кто ты сегодня? Почему ты так выглядишь? Сегодня я в образе Кончиты Вурст. Почему? Ну, потому что это самое страшное, что произошло в человечестве за последние годы. Для каких целей еще можно использовать этот костюм? Для новогоднего корпоратива. Что, Снегурка такая, новая Снегурка, да. Как ты думаешь, почему в России празднуют Хэллоуин? Скучно. А что можно пожелать друзьям на Хэллоуин? Ну, меня. Как ты думаешь, какой песней можно вызвать злых духов? Узбекским гимном, я не знаю. Который поет Кончита Вурст. Из чего, по-твоему, варят приворотное зелье? Из моих волос. В какие приметы ты веришь? Не верю в приметы. Назови три самые страшные вещи для тебя. Это высота. Не знаю, больше ничего не боюсь. Все, только высоту. Нету больше ничего. Кого ты боялся в последний раз? Маму. Что ты делаешь, когда тебе страшно? Отжимаюсь. Чего ты в жизни не боишься, а надо бы? Маму. Ты боишься проиграть в конкурсе «Мистер Клин»? Нет. Придумай и произнеси вслух заклинание, которое тебе поможет победить. Ох, боже. Злые духи австрийских колбасок, помогите мне выиграть в «Мистер Клин» 2015.